Первый удар по мячу, и игра началась. Швайнштайн. Не прошла эта передача мяч у соперника. Куарежма Бернарду. Главное, без нарушений. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Пас в штрафную. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Аут. Как здорово сыграно головой. И так точно. Посмотрим за этой атакой. Мяч перешел к другой команде. Грамотный пас, все по делу. Защитника просто не заметил. Удар, опасно. Это угловой. Видич не клеится, никак не клеится. Все вроде бы делают правильно, но как дело доходит до удара, начинается что-то непонятное. Да, бывает и такое. От сильного желания и чрезмерного старания. Куарежма Бернарду. Очередная потеря. Мяч будет введен из аута. Хедир. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Азар. Удар. До ворот далековато, но надо рисковать и бить отсюда. Опасно как. Это момент. Гол! И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. 1-0. Сейчас будет веселее. Будут бросать мяч футболисты из-за боковой. Хорошая передача. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками.
Защитник перехватил передачу. Прекрасная игра в защите. Спасает сейчас защитник свою команду. Азар. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Какой навес! Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Куарежма Бернарду. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Ауч. Очередной аут. Саня! И на месте голкипер. Ну что, сумеют ли они отыграться с этого углового? Главное, без нарушений. Отворот. Не лучший пас. Мяч уходит за боковую. Легко прошел он соперника. Опасно! На месте голкипер. Все в порядке. Угловой. Спасает он свою команду. Арбитр назначает угловой. Атака закончена. Удар от ворот. Итак, смотрим повтор. Именно этот гол вывел команду вперед. Апарседо Родригес. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Ох, какой гол! Какой гол! У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Отличный удар. Опасно! Гол!
И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Закончился первый тайм. 2-1 на табло. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Какая у него координация. Посмотрите. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? На некоторое время обезопасил он свои ворота. Опасная передача. Яукуасси! Рядом со штангой. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновала. На Парседо Родригес. Решил пробить. Защитник подальше. От ворот выносит мяч. Швайнштайн. Есть варианты для паса. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Очередной аут. Яукуасси. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Месси! Удар приходится точно в голкипера. Положение вне игры. Хедир. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Чу-чу-чу-чу-чу. Вне игры. Свободный удар. Джерард. Ушел мяч. Аут. А Парседо Родригес. Но это детская ошибка. В обороне так нельзя играть. Удар! Опасно! И видел уже игрок ворота и готов был забивать, а мяч взял и не лег на ногу. Да, отскочил мяч неудачно. И до свидания. Пишите письма. Хумельс. Теперь в атаке соперник. И вратарь забирает этот мяч. Какой прекрасный пример отбора мяча. Джек. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Он бьет. Отлично занял он позицию и спас свои ворота.
Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Артета Аматриаи. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Какая техника, как и как опасно пробил. Не прошла эта передача мяч у соперника. Хедир. Месси. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Играть осталось самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Опасно как! И на месте голкипер. Хороший момент, но удар не достиг цели. Артета Аматриаи. Видич. Пять минут еще играть. А у нас еще ничего не ясно. Пока неплохо. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Угловой на последних минутах. Если они хотят сравнять счет, то лучшего шанса у них сегодня не будет. И как пробил. Угловой номер... Какой номер? Навес не получился, защитник свистит. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Голкипер забирает мяч. Надо забивать последний шанс. Им надо показать свой лучший футбол, чтобы сравнять счет по этой атаке. Очень. Ну вот и окончена эта игра.